We're gonna try to juggle with this mini ball. Cool. Take two. Nice. Good. How many? That's 41. Pretty good, my man. Good. Yeah. Привет, ребят, девчат. Показываю вам. Привет, привет. Это Тедди, это Джек. See, I already know who we are. I'm not sure. То есть это два... Сейчас. Это два моих сына. Старший Тедди, кто не знает. Джек помоложе. А это... cousin Nick. Nick, how old are you? I'm 26. Oh wow, okay. Это его жена. Жена Чо. Я не хочу ответить. Чо! Hi, Sasha. Они зовут меня Саша в нашей семье. То есть Nick, он сын старшего брата Лесли. Ну вот посмотрите, как они похожи. Да, есть такие моменты. Ну что, пиклбол берет, так сказать, быка за рога. Хотел сказать, за яйца. Вот этот корт построили когда? Ну, года 3 назад, чтобы мне еще по камере тут не долбанули. Ник играет очень хорошо в настольный теннис, и он тоже стал заниматься пиклбол. То есть пиклбол берет... как сказать по-русски, забирает теннис. Теннис уже, потому что здесь, смотрите, возраст, от никаких специальных приспособлений ну не нужно. Погода любая практически, в дождик даже можно играть. О, они чуть не столкнулись. Я вот хочу понять, какая ракеточка за $100 лучше или за $60, или без разницы. Пока я, конечно... Ну, в настольном теннисе я еще могу что-то там сказать за ракетку. А за это... I didn't see, like, double hand thing, like, in tennis, you know, double thing. People doing, I don't know. Ну, в общем, вот такая вот. Это у нас после Thanksgiving. На следующий день, после обжорства. Мы решили немножко поиграть. Солнышко заходит гораздо лучше сейчас. Она супер повариха, вьетнамский суп фа делает. Я не ел еще, но она делала другие блюда. Просто чума. Они такие очень умные, оба музыканта. Ох, крутые ребята. Эти спортсмены. Тедди хотя будет финансистом, Джек пока еще не решил. То есть на следующий год пойдет, через год практически он, ну, пораньше, чуть-чуть, в сентябре будущего года. И такое впечатление, что вирус уже закончился. Oh yeah! Nice one. То есть Тедди возвращается весной. Какой весной? В январе, уже в январе в колледж, так что... Вот, пожалуйста, с новым президентом коронавирус заканчивается. Ограничений таких нет. Смотрите, у кого маска есть? Ни у кого. Ну ладно, ребят, успехов. О, откуда-то бол. Careful, guys. Окей, say goodbye, bye-bye. Peace out. Окей, say bye-bye, guys. До свидания. Увидимся скоро на стримах.